С начала событий кровавого января от мирного семенина и активиста Иркана Казиева нет информации. Дома в Каскелене его ждут семья и дети. С самого начала митингов полиция усердно искала его. Перевернули весь дом, угрожали жене и сыновьям автоматами. Власти хотели сфабриковать уголовное дело за участие в шествии. Семья беспокоится о судьбе Иркана, страдает в неведении. Не настигла ли его такая же судьба, как Дулата Агадила? Полиция проводит незаконные обыски. Сотрудники КНБ допрашивают о местонахождении Иркана и угрожают проблемам. А что, Бергаги, кто там отдых? Власти терроризируют мирных граждан, а это разоблачает ложь Токаева о политических реформах. Сотрудники силовых органов пытают и преследуют граждан, запугивают мирных людей. Иркана преследуют за его гражданскую позицию, за активное участие в общественной жизни страны и желание политических изменений. Смелость Иркана сделала его целью для режима. А его семья сейчас осталась без кормильца. Один из сыновей страдает расстройством аутистического спектра. Без работающего отца у них нет возможности оплатить еду и коммунальные услуги. Любая сумма на регулярной основе поможет семье Казиева пережить давление властей. Ваша помощь – это подспорье для борьбы за наше общее будущее.